Лихой 80-й. В минувшее воскресенье в автобусе маршрута номер 80 пассажиры устроили поножовщину. По одной из версий, молодой человек вступился за девушку, по другой просто сорвал злость на первом попавшемся под руку. В результате один оказался в 9-й медсанчасти, другой в следственном изоляторе. Подробности в нашем репортаже. Доездились. Кровавый инцидент произошел субботним вечером в 11-м часу. Пассажир 80-го автобуса набросился на незнакомого ему человека с ножом. Свидетелями нелицеприятного зрелища стали десятки людей. Некоторых даже обрызгало кровью. По словам очевидцев, один из молодых людей, находясь под хмельком, якобы слишком весело и фривольно себя вел. Другой парень, тоже отнюдь нетрезвый, пребывал в полярном состоянии. Мужчина в нетрезвом виде играл с чужим ребенком очень шумно и громко. Мать с ребенком вышли, мужчина завел разговор с молодой девушкой. За девушку вступился лысый парень, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Завязалась перепалка, они сцепились, и лысый несколько раз пырнул ножом этого мужика. Мужчина, которого порезали, ничего плохого не сделал девушке, просто предложил поесть мороженого. Участников поножовщины высадили в районе остановки Адоевского. Туда же прибыла полиция и скорая помощь. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Потерпевший госпитализирован в больницу. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Он выдворен в изолятор временного содержания. Известно, что потерпевшему 22 года, а нападавшему 21. По словам водителя 80-го автобуса, поздним вечером бывает всякое. Но случившееся в автопарке считают скорее исключением из правил. Но если скандал случится, как вы действуете? Там по обстоятельствам мирно как решаем, все равно конфликт. До такого-то точно не доводим. Юлия Алеева, Елена Егопцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. В Перми произошел очередной инцидент с пьяным таксистом. В минувшую субботу водитель автомобиля «Лада Гранта», обклеенного рекламой «Такси перемен», совершил ДТП на бульваре Гагарина, а потом попытался скрыться с места происшествия. Но сделать это не дали очевидцы. В соцсети появилось увлекательное видео погони, из которого яствует, что догоняемый решил уйти от преследования по встречной полосе средней дамбы, собрав при этом несколько красных сигналов светофора. Но столкнулся еще с двумя автомобилями и был задержан другими водителями, которые уже передали горе-таксиста в руки инспектора ГИБДД. Напомним, буквально в минувшую пятницу мы уже рассказывали о схожем происшествии. Пермяки задержали сильно пьяного водителя машины с фирменной обклейкой «Такси везет» и сдали его в полицию. Здесь все произошло на перекрестке Стахановской и Карпинского. Выяснилось, 50-летний мужчина 16 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения и ранее был лишен прав. Позже руководство краевой ГИБДД выразило благодарность неравнодушным гражданам, которые помогли задержать опасного таксиста. И еще об одном ДТП, связанном с пьяной ездой. В микрорайоне Запруд сбили подростка. На этот раз за рулем иномарки оказалась представительница слабого пола, которая также попыталась скрыться с места происшествия. Тему продолжит Елена Еговцева. ДТП произошло на остановке общественного транспорта в 4-м часу дня. 14-летний школьник, сидя на велосипеде, дожидался своего друга. В этот момент на него сзади налетел автомобиль «Рено Дастер». За рулем нетрезвая женщина. Она, получается, налетела на угол кармана, пробила колесо, ее потащило, то есть она снесла ребенка и тем же разворотом уехала дальше. Очевидец, который ехал слева по встречной полосе, таксист, гонялся за ней по Запруду, чтобы сообщить, что она сбила ребенка, чтобы она хотя бы подъехала. Подъехали сотрудники ДПС, проводили освидетельствование, где показала 1,8 промилле. Это все, что осталось от новенького велосипеда. Отец купил его мальчику всего месяц назад. Теперь железный конь не подлежит восстановлению. Сам пострадавший, на первый взгляд, оделся синяками и царапинами. Точнее, определит экспертиза. Сначала как бы в шоке был, я вообще ничего не чувствовал. Потом встал, минут там через 30 уже начало чувствовать боль. Как бы спина, рука, нога. Вот. А ближе к другому дню у меня вообще все заболело. Между тем, у матери мальчика есть основания полагать, что очередная автоледи попытается уйти от ответа. Она перекладывает свою вину на своего брата. То есть она утверждает, то есть до этого она совсем соглашалась, когда дело дошло до конца суда, она включила заднюю и сказала, что не она виновник, что не она сидела за рулем.
кричала громкие фамилии, что дело все это закроется, что у него есть хорошие покровители. Человек должен наказан. То есть он должен ответить за свои деяния. В ГИБДД говорят, ничего удивительного в таком поведении нет. Добрая половина задержанных в состоянии алкогольного опьянения ведут себя именно так. Придумывают неправдоподобные алиби, грозятся пожаловаться наверх. Всерьез, конечно, никаким способом это воспринимать нельзя. Тем более, данная гражданка ранее привлекалась к ответственности уже 53 раза. Также ее задерживали неоднократно с признаками опьянения. Вот. Поэтому, в принципе, у нас все расследование объективное, и в любом случае дело доведется до конца. Подсудимой грозит лишение прав сроком до 2 лет и денежный штраф. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Триатлон по-пермски. Молодежный совет при Пермской городской думе решил устроить для себя серьезные спортивные испытания. Сначала был большой заплыв через Каму, затем марш-бросок от Зазерья до Гаевы, ну и, что называется, на сладкое, велосипедный этап. За происходящим наблюдала Екатерина Леонова. Получасовая разминка перед предстоящим испытанием – обязательное условие. Она помогает разогреться, продышаться и вообще настроиться на мероприятие. Используем упражнения, которые включают широчайшие мышцы спины, также плеч, чтобы как раз подготовить именно к плаванию. Сейчас немножко погода нам придала какие-то ограничения и условия, чтобы преодолеть намного сложнее сейчас становится. И будем здесь более как-то в команде работать. Молодежный совет при Пермской городской думе всегда выступает за здоровый образ жизни. Ребята понимают, лучшая пропаганда – это личный пример. Уже 2-й год они устраивают грандиозный заплыв через Каму от мыса Стрелка до Заозерья. В этом году мы хотим усовершенствовать свое испытание, тем самым то, что мы еще пробежим от Заозерья до Гаевы и на велосипедах прокатимся от Гаевы до мыса Стрелки. То есть получается такой гаевинский триатлон. Испытание усложнилось не лучшими погодными условиями. Порывистый ветер нагонял волну. Но спортсменов это не напугало. Заплыв состоялся. От мыса Стрелки до Заозерья около 2 километров. Спортсмены должны преодолеть это расстояние примерно за час. На воде может случиться всякое, поэтому на протяжении всей дистанции пловцов сопровождает лодка со спасателями. Сопровождающая группа спасателей и медики двигалась на лодке класса «Дракон» параллельно с участниками заплыва. Спортсмены в любой момент могли отдохнуть либо в самой лодке, либо подержавшись за борт. Но пловцы старались не прибегать к помощи и даже успевали делиться впечатлениями. Ну, вначале вообще были большие волны, конечно, попадали в лицо, но мы подстраивались под них. Была большая ошибка спеть песню про Катюшу, потому что сбилось дыхание. Но так как мы настоящие патриоты, все-таки ее спели немножко. Все, я поплыл дальше. Когда перевалило за середину реки, темп пловцы сбавили. Второе дыхание открылось ближе к финалу. Всего на то, чтобы пересечь Каму, ушло больше часа. Очень длинный был путь. Не каждый сможет его преодолеть. Я, так сказать, сам себя преодолел. 3 раза. Ноги сводило то в одну, то в другую, ну как-то отходило само по себе. Вопреки усталости и непогоде спортсмены продолжили триатлон. Беговую дистанцию в 10 километров от Заозерья до Гаевы всем удалось преодолеть за 45 минут. А вот на велосипедный этап от Гаевы до мыса Стрелка уже перешли самые выносливые. Эти испытания – лишь подготовительный этап к предстоящим соревнованиям по функциональному многоборью, который молодежный совет при Пермской городской думе проведет в конце августа в парке имени Чехова. Екатерина Леонова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Талантливые и неординарные, смелые и решительные. Подведены итоги очередного конкурса «Супердети поколения М». Одним из лауреатов проекта стала пермячка Анастасия Запивалова. Жюри по достоинству оценило ее танцевальное выступление. Гала-концерт, который состоялся в Сочи, посетила наша съемочная группа. На сцене Данил Борисенко из Волгограда и пермячка Анастасия Запивалова. Она стала победительницей конкурса «Супердети поколения М». Жюри признало ее лучшей в номинации «Танцевальный баттл». Я верила в победу, я каждый день тренировалась, что хотела себя сделать лучше, и удача улыбнулась мне. Ну, конечно, все конкуренты были очень сильные, и мне повезло.
Лауреаты прошлых конкурсов поколения М и победители нынешнего собрались в Сочи. Поддержать ребят, выступающих на большой сцене, смогли и родители. Они рады успехам не меньше самих детей. В первую очередь гордость. Во вторую очередь, как мы уже много лет с ней ездим по конкурсам, по выступлениям, уже смотрю с точки зрения такого жюри или судьи, так, где какие замечания, где что-то недоделало или вдруг что-то не так. А так, конечно, очень приятно. Очень гордимся всей семьей. Супердети, проявившие себя в конкурсе поколения М, успешно продолжают карьеру. Несмотря на юный возраст, талантливые ребята уже у всех на слуху. Это, к примеру, Данил Мусин, Дарья Волосевич, Данил Плужников, известные по шоу «Голос». Любое выступление, любое какое-то творческое проявление – это колоссальный опыт. Тем более на сцене, когда ты можешь общаться через творчество с людьми, с залом, это дорогого стоит. Организаторы отмечают, что проявить себя есть шанс у каждого юного россиянина. Достаточно загрузить свою работу на сайт конкурса, а там уже за дело возьмутся эксперты. Кстати, помимо творческой составляющей у проекта есть и благотворительная. Все комментарии, одобрительные оценки номеров в социальных сетях затем превращаются в рубли от спонсоров. За 3 года поколения М дети России натворили больше 15 миллионов рублей, которые позволили провести операции больше 40 малышам. Это уникальная практика в мире, когда дети своим творчеством, не прося денег у родителей, могут сделать доброе дело и помочь действительно сверстнику. Самое главное, первый шаг – научить детей верить в то, что через интернет может осуществиться мечта, да, как бы в любом городе, в любой точке страны. Пример для всех – это Лиза Кочурак, которая стала победительницей прошлого сезона «Голос дети». Она у нас заняла в предыдущий год 2-е место. Олег Романов, Владислав Сапожников, телевизионная служба новостей из Сочи. Огненная дуга. В эти дни, 74 года назад, шло одно из самых масштабных сражений Второй мировой – Курская битва. В память о тех событиях на территории Хохловки участники военно-исторических клубов страны провели реконструкцию боя. За выстрелами и взрывами следила наша съемочная группа. Участники военно-исторических клубов готовятся к условному сражению, проверяют оружие, а также технику. К примеру, с советской стороны в бой вступит легкий броневик БА-64. Ему будет противостоять германский бронеавтомобиль «Пума». Во время войны он использовался в разведке. Образцы транспорта воссоздали умельцы, увлеченные историей Второй мировой. Каждый сейчас уважающий себя клуб начинает строить подразделение вермахта, потому что когда РКК воюет с РКК, это не совсем верно. Поэтому мы одеваемся еще и на противоположную сторону. А кем будем на мероприятии, это уже по раскладу, чтобы было более-менее такое паритетное соотношение сил. Тема нынешней реконструкции – август 1943 года. Переломное время. Армия Третьего Рейха после тяжелого поражения под Сталинградом стремилась взять реванш в районе Курска. Третий Рейх уже начал испытывать проблемы с ресурсами. Была более унифицированная форма. Соответственно, были уже не кожаные подсумки, а брезентовые. Это тоже уже считался эрзац-вариант. Большинство уже изделий уже из кожи не было. Так же, как и алюминий, как было в начале войны. Вот часть автомата были сделаны из алюминия. Смотрите, как стратегический материал, он только шел уже на авиацию уже. На вооружении Красной армии винтовки Мосина, пушки 45-го калибра, пистолеты-пулеметы Шпагина и, конечно, знаменитый «Максим», который прошел всю Великую Отечественную, служил и в пехоте, и в горно-стрелковых частях, и на флоте. В 43-м году вышел приказ Сталина об изменениях формы одежды Красной армии. Появились новые знаки отличия, погоны. Все это отражено в экипировке историков-реконструкторов. В первых числах августа, 74 года назад, продолжалась крупнейшая битва Второй мировой на Курском выступе. В ней принимало участие немало наших земляков. Первые данные о планах германского командования начать масштабное наступление в районе Курска добыл разведчик Николай Кузнецов, уроженец Урала. В освобождении Орла, Белгорода и многих других городов и поселков принимали участие бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса, а также прикамцы из 252-й стрелковой дивизии. В этом году в 10-м фестивале «Большие маневры» в Хохловке приняли участие около 200 историков-реконструкторов из разных городов. Девиз этого движения – «Дорогами прошлых войн к миру». Юлия Зыкова, Денис Хашик, телевизионная служба новостей.